Как и в консалтинге, космонавт — это универсал. Ты должен уметь все, да, и расчет в Excel-ке сделать, и презентовать, и слайды нарисовать, и интервью провести. Лимит по возрасту 33 года, у меня одна попытка, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы подготовиться. Папа поддерживал, мама не верила. Когда я отобрался, мама говорит: о, я не знала, что у тебя получится. Ты студент, тебе нужно все сдать, не заболеть и спортом заниматься. И я каждый день доказываю инструкторам, что я справлюсь, у меня получится. Так долго ты к этому шел, и так много ты готовишься, что, ну, о чем волноваться? Ну, это какая-то уникальная возможность, и мне хочется поделиться всем.